Победа на городском этапе всероссийского конкурса «Учитель года» – начало большого пути. В этом году его предстоит пройти учителю физики школы номер 220 Сергею Фомичеву. Дело всей жизни Сергей Викторович выбрал еще в школе. Я с детства был все время с техникой. И когда поступал в педагогический институт, выбор был уже сделан, скажем так. Это с техникой, с наукой. В Заречном Сергей Викторович работает первый год. Свой трудовой путь он начал в Каменке, затем преподавал в Пензенской школе, теперь у нас. Своей главной задачей считает найти индивидуальный подход к каждому ученику, ведь все они разные. Одному достаточно знаний основной программы, у другого есть потребности и способности изучать предмет углубленно. Для каждого свои методы и технологии. И все же есть нечто объединяющее. Когда входишь в класс, первое, наверное, это все-таки желание общаться с детьми. И дать им что-то новое, то, что знаю я, того, чего не знают они. И потом, знаете, учитель – это профессия, когда мы не просто учим детей, мы чему-то учимся вместе с ними. И очень многое я от своих учеников получаю на протяжении почти всех лет, пока я работаю в школе. Это очень энергетически, скажем так, хорошо. То есть я получаю удовольствие от работы. Удовольствие от работы – это участие подопечных в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах. Но, как говорит сам Сергей Викторович, нельзя ориентироваться только на сильных учеников. Не меньшую радость ему доставляют и правильно выполненные контрольные работы теми, кто не блистал с ответами у доски, с кем приходилось дополнительно заниматься, не один раз объяснять темы и подолгу рассказывать алгоритмы решения задач. Чаще все-таки мы видим результат ежедневно, когда ученик смотрит на тебя и понимает, что ты ему объяснил. И вот это вот самое главное, то есть видеть на каждом уроке, как ученик понял тебя, узнал то, что ты ему хотел дать, и вот это, пожалуй, самое главное. На участие в конкурсе профессионального мастерства Сергей Викторович согласился, не раздумывая. В самом начале педагогического пути у него был подобный опыт. Тогда в число призеров конкурса «Учитель года» войти не удалось. Теперь мастерство преподавателя никто не поставит под сомнение. Не было цели именно победить. Цель была поучаствовать в этом конкурсе, показать себя, показать нашу школу и получить результат. То, что получилось так, очень хорошо. Сергей Фомичев будет представлять Заречный на областном этапе конкурса «Учитель года». Он состоится в Пензе в начале апреля. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».